В субботу на ТВ Рус. Как только мы написали «По пустыне шел верблюд», нам стало смешно. Нет ни одного русскоязычного человека, который бы не видел фильм «Джентльмены удачи». Это можно утверждать со стопроцентной уверенностью. Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник! Но правильно ответить на вопрос, кто снял эту картину, смогут немногие. Мне казалось, что Саша не удержится, потому что в кино нужно иметь такой жесткий характер. Имя режиссера широкой публике не так хорошо известно. Он сделал такую картину, о которой написали все газеты, которую смотрели все зрители. Она просто ошеломила прокатчиков. Судьба лишила его заслуженной славы, но зато уготовила ему целый букет по-настоящему трагических событий и перипетий. Вызовите милицию, я там убил человека. Александр Серый. «Джентльмен неудачи». В субботу на ТВ Рус.